Всем привет, вы на канале Tempo Play, на связи продолжаем играть Black Tail Requiem, сказка о чуме. И у нас следующая глава, 13-я, пустота. Беатрис и Лука вновь попадают на след Амидзе и Гуго. Они встречаются в графском дворце, и Амидзе рассказывает матери обо всем, что им удалось выяснить. Беатрис признает, что была неправа, и говорит, что гордится дочерью. Но граф предает Амидзе, он хочет подарить Гуго своей жене и избавиться от всех остальных. После безжалостной схватки Эмилия убивает Беатрис на глазах у Амидзе. Когда Гуго приходит в себя и видит последствия кровавой резни, он призывает крыс и уничтожает дворец. Амидзе сажается плечом к плечу с братом. Крысы пожирают Эмилию на глазах у графа, и тот клянется, что отомстит. У него прям как в киберпанке уже прогрессирует. Полосочки-то. Пожалуйста, Гуго. Скажи что-нибудь. Взгляни на меня, пожалуйста. Ты нужен мне. Он как зомби. Амидзе, нам нельзя здесь оставаться. Он ничего не говорит. Нам нужно уходить. Гуго, ответь мне. Амидзе, нам нужно уходить. Куда? В гавань, чтобы выплыть отсюда. Я хочу отдохнуть. Отдохнешь, когда доберемся. Мы никогда не найдем. Никогда. Нам не будет покоя. Взгляни на него. Взгляни. Я выведу нас. Не думай. Просто иди за мной. Я проложу дорогу для вас обоих. Если понадобится, на себе принесу, но я вас отсюда выведу. Вдохни поглубже и поднимайся. Так он ее, блин, мечом-то исполосовал, нормально. Вот, видишь? Идем, Гуго. Вот так, я вас выведу. На автопилоте. Отыщи путь на поверхность. Ты куда пошел-то за ноги? Чё ты там пытаешься ныкаться-то, блин, прячься. Не можешь перепрыгнуть. Рука. Плечо. Нужно выправить. Плечо вывихнуло. Давай, говорит. Сейчас он руку ее выдернет. Не шевелись, сейчас будет больно. Сустав вправил обратно. Ну как ты? Ты в порядке? В порядке, идем. Хьюго. Идем. Странно, что он молчит-то? Ну хотя бы можно бежать. Дыши, говорит. Странные уже сундучки есть тут. Не знаю, нужны они вообще. Смысл их собирать. У меня же там полным-полно. А вот тот надо бы открыть как-то. Открою. Нет. А вот хоть проходик. Присмотри за ним, я быстро, говорит. Здесь, по-моему, инструменты для апгрейда. Да, есть такие.
Отсюда я уже открою дверь. Только единственный верстак. Будет, не будет. А, вот он, верстачок. А, прощу, не смогу. Одна тоже не хватает. Единственные инструменты. Без верстака могу ремонтировать. Но я бы, наверное... Не знаю, наверное, скорее всего, прощу бы улучшил. Но мне не хватает, нужно 90, мне 78. Ну, тогда в следующий раз найду еще. Должен быть выход отсюда. Смотри, вот там проход, это наше спасение. Да на верхнем этаже. Должен быть какой-то способ туда добраться. Я поищу. Вон что-то там зацепить можно. Недалеко не легко. Так, это можно мы сдвинуть. И пробраться сюда. А, нет, сюда я могу вот так сделать. Очередные тут ингредиенты. Так, тележку я могу на себя отодвинуть. Да, и пройти там. Угу. А тут еще одна какая-то. Что это здесь тут? Так, переработать. Элементы. Элементы мне нужны, как раз не хватает мне их. Штук 10. Что-то она может здесь зацепить. Ага, вон тележка какая-то. Шмяк. Пробил проход. Сейчас я схожу сюда, подожди, еще что-то нашла. Какие-то воспоминания. Ну и хаос. Я не могу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, где мне взять силы? Давай, вставай. Прошу, я не могу. Помоги мне, говорит. Хватит, хватит. Вставай, вставай. Давай, пошли. Stand up. Stand up and go. Беспорядок. Мы здесь не пройдем обратно. Тон. Его сознание больше не здесь. Ему дело не просто шок, это макула. Значит, он уже не вернется? Что, никуда не сюда застрял? Застряла. На то не забраться. Сейчас что-нибудь придумаю. Есть. Он увидел что-то там. Давай отодвинем, посмотрим, что за ней. Вот это да. Вот это рассадник крыс. Он гасит огонь. Мы так уже видели в гробнице носителя. Она убьет. Что?
Убийца солнца? Пожирающий свет. Не было. Не было. Она существует. Я дома. Нет, нет, это не твой дом. Посмотри на меня, Гуго. Это не он, Амиция. Она пытается заполнить оставшуюся после смерти. Я должна была ее спасти. Нам еще можно отомстить. Это нам про мать. Мы найдем этого графа и убьем его. Нет, хватит. Нужно как можно дальше отвезти Гуго от этого проклятого места. Мы теряем его, Амиция. Соберись. Ты должна ему помочь. Разговаривай с ним. Ты нужна ему. Хорошо. Отыщите путь на поверхность. Но это не путь на поверхность, это просто дальше. Факел есть. Ну хорошо, хотя бы факел. Там, я думаю, держите плотно ко мне. Уксан в центре не было. А вот она, она. Осторожно быть. Что это? Держись подальше от этих испарений. Ну, они тушат огонь, понятное дело. Шли вон. Бомбардирует меня, ничего себе. So what? Move. I think he's doing it. I felt his body spasm right before it all burst. I told you his bond with the macula is getting stronger. Связь с макулой крепнет. I know you're still there, Hugo. Please. Hugo, я знаю, что ты по-прежнему там. Держись, Гит. Сейчас доберемся так вообще. Сюда не пройти. Будь осторожен. Там впереди что-то есть. Огромное. Огромное. Что это вообще такое? Биомасса огромная. Сколько же их там? Yes. Да, я пришел. Hey. Я жду. Лука, уходим скорей. No. Нет, я остаюсь, говорит. Тебе нельзя здесь быть. Это мой, говорит, дом. Ты идешь со мной, хочешь ты этого или нет? Слышали? Ты ее разозлил, Гит. Они сейчас вырвутся. Бежим. Камера дурацкая. Опять бежим. Беги, не оглядывайся, Гит. Жесть. Не получите его. И точка. Он невкусный. И точка. Breathe.
Дышите, дышите. Вырвались на свободу из этих пещер. Хьюго? Хьюго? Куда он делся-то? Ну что, на огонь смотрит? Как зомбак. Вот видишь, в мире есть еще свет. Yes. Да, это наша кровь. Это ты. Еще не время отдыхать. Нужно идти. Yes, I'm ready. Да, я готов. We still have to reach the Нам еще нужно добраться до гавани. Без света можно идти под луной. Да, луна. Все красиво. Wait. The village. Море какое-то неправильное. The land is gone. It's me. Это я. No. I did this. Я это сделал. Это сделал ты. Это я. Я это сделал, Нит. No. The count and countess. Нет, это сделал граф с графиней. Let's go. Идем, просто идем отсюда. Из-за землетрясения все эти чертовы яйца вышли на поверхность. В моей голове, говорит. Не вы здесь командую, говорит, я. Вы подчинитесь мне. Ладно, думаю, они тебя услышали. Я не знаю, что ты так можешь. Потому что это больно. Прости, говорит. Поэтому так и не делал. Очередной сундук. Верстака. Но мы все равно не набрали инструментов, сколько нам нужно было. Если нет тут. You felt that? That tremor wrecked the oil jars. Soldiers. Солдаты, откуда они взялись тут? He'll be the end of us. He ruined everything. This happened because he's under the influence of the count still alive and spreading his lies. Anyway, they're after us, so watch out. Надо потушить бы ему как-нибудь. Ему капзда. А я сундук подниму. Вот здесь может быть что-то такое, что нам понадобится. Горшочек.
там один внизу ходит. Двое. По-моему, до хрена. Может, я просто пробегу. Не хочу связываться. Просто пробегу. Блин, привязано. Поджечь пытается. Они сами нарвались. Слышь ты, петух, пришел тут. Так, тебе бы сейчас это... Камушку поговорить. Ты надоел мне. Все, отдохни. Просто не хотел тебя убивать, не пришлось. Этот сюда не пройдет. Все, потеряли. Извили меня. Я сейчас могу забрать стрелу. Ворота деревни. А как там пройти-то? Чего он там бурает? Come out, come out. Он туда иди, он там вот. Тебе туда подогнать, чтобы ты туда подошел. Может кто-то попытаться тебе сжечь. Не, все правильно, горшочек. Арбалет.
Все. Этот мне мешался просто. Он не мешался. Come on. Oh. Yes. Тот момент, когда он залазит, я делаю реагент, использую. Так, здесь нужно пощёчину. Там был один сундук, конечно, можно было взять, но нафиг не нужен. Еще найдем, может быть, еще чуть-чуть там осталось найти. Я вижу какой-то корабль. Да. Лишь бы она выжила, лишь бы она выжила. Я не могу, что... Арно вздернут на площади. Она собирается повесить проклятие. А я-то... Арно нас спасти. Он жив, ему нужна наша помощь. Мы обязаны ему помочь. Правда? Даже после того, что он сделал? Ну хорошо. Нам все равно выпить. Мы с вами можем выберемся с этого. Башня рушится. Берегись! С ним расправились. Так, мы не пройдем. У тебя там есть что потушить? Прочь, прочь, какие-то крысы. Горшочек и инструмент. Так, элемент, вернее. Да, да ты ничего не видел там. Strange. Жжет этого мудака. Кто следующий? Идешь сюда? А, ниже, ниже. А как слезть? Говорит, ничего там нету. Только трупик остался один. Так, а мне огненно не нужно, мне обычно не нужно.
Перелазь будешь? Угу. Не хочешь? Перелез. Молодец, шуб. Вот такой прям это покорный чувак ты. Пришел сюда. Чего ты не подбираешь, не понимаю. Встань. Вот. Up and down. О, там здоровяк. Там еще один смотрит. Здесь ты меня не видишь? Не видишь. Ну и хорошо, не смотри сюда. Нет, все смотреть. Dead too, and most of them won't get a proper grave. Talk about brighter days. This place looks like the hell. The child will fix this. The child. I'm being attacked. Find the intruders. Step. Should have known that you would have fooled me again. Да-да-да, найди меня. Тебя мы просто сожжем в следующий раз. Hey, you. You all right? Jump gently on my way. Get up, you're drunk. Now. Подъем, солдат, идет. Он мертв. Будет проще всего. Так, поднять стрелы. Блять, где тут? Дробуш лежит. Одна. Тут сундук хороший. Так, элемента 10. А, нам туда нужно перебраться. По-любому туда, на ту сторону. Ну, пошли. Уязвимые места. Это, наверное, я спин, то, что стрелял из арбалета. Три арбалетные стрелы есть? Есть. Выдержала. На совесть строили раньше, да? С оружием. С камня, с такого. Нужно торопиться, или они его убьют. Если казнят, я их убью их. Злобный мальчишка. Пошли, пошли, пошли. Я думаю, успеем. А вот и верстачок. Пятьдесят пять нужно. Ай, не хватило десяточку. Так, а нам как пройти-то? А, вот. Up we go. Farewell. Сколько?
5. Блин, еще 5 нужно. Косяк. Что это там внизу? We need to jump down. Yes. Это у нас что? Ножик. Ага. Если ножик, значит где-то какой-то хороший. На, вот они, 5, они на верхнюю залезли. Ну да. Ну что ты тут возьмешь? Куда ее надо тащить-то? I see. You put together quite the troop. А, он туда. Еще не понял, куда. Climb up. Up. Сейчас мы его спасем. Только нужен ли он нам? Так, ну если получается я тут спрыгнул, это вниз только. Да, блин, не то. Иди сюда. Кто такой? Откуда взялся-то? Слышь ты. Ну какая прощата. Подождем. Убегай. Щиты его, с вас бы щиты сбить, уродов. Слышь, ты, мудила. Там уродит там. А мне какого ты пригинаешься? Беги, дурак. Булзай, что за булзай? Куда ты? You, Amicia.
Как это эти путырки такие? У меня бесит со своими щитами. С одним я сейчас расправлюсь. Ах, он падла, щит поднял. Но он без брони, он сгорит. Я же все подобрал, тут нету больше ни хрена. Какой без щита ходит? Ты что ли? Скажи мне, что он еще броню одел. Толковые, надоедливые чуваки. Можно вас по одному как-нибудь, блин, убить утырки? Куда там целится? Они издеваются, что ли? Вообще. Горшочек, ты где? Мне нужен горшочек. Горшочек, вот он. И стрелы нужны, а стрел нету. Готов. О, без брони пойдем. Ну хотя бы так. Так, сейчас подожди, да подберу тут что-нибудь еще. Индустриал, может появляется будет. Все, уже не будет ничего. В общем, победили мы этих засаранцев. Освободили Арно. Хотя он тоже не летом шут. Еще. Канаем. Никогда, говорит. Напишите. Вон отсюда пошли. Вот. Чтоб я, говорит, сдох. Вот теперь конец. Мы это сделали, Гюго. Да, дыши глубоко, успокойся.
Надо ответить одно, хорошо? Да, будьте любезны. Камон, говорит. За дело. Hugo says it was his. Hugo говорит, это его. Щит его, да. С Фениксом. Спасли его от виселицы. София! София жива. You took your sweet time. Долго же вас пришлось ждать. Все на борт. Go collapse somewhere. Иди, упади где-нибудь. Wait. Постойте. And your mother? А ваша мать? She won't come back. Она уже не вернется. We must go. Нам нужно плывать отсюда. I see. Ясно, я все сделаю. I'll take it from here. You, come. Эй, ты, говорит, на лук. Стоит, плачет. She's never coming back. Она больше никогда не вернется. Я знаю это. I wanted to tell я столько хотел ей сказать. A lot of things. Me too. Я тоже. But she knew. Она так все это знала. Already. Это было драгоценным даром ее. You are her greatest gift. Она любила тебя таким, she какой ты есть. The way you are. The way she made you. Мы будем жить, и мы справимся. And we will heal. The scars? А шрамы? Они останутся, чтобы мы помнили. So that we don't forget. И принимали их. Accept. И когда-нибудь нам уже не будет больно. Until they don't hurt anymore. И у нас следующая глава, 14-я, исцеление. А продолжим мы уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, все для меня называйте. Всем удачи и пока.